Знаете, я этим жил и дышал. Полностью погрузился в роль. На целый год я стал детективом Пикачу. Воплощение Пикачу на большом экране — это привилегия. Я подошел к роли со всей серьезностью. Все свое время и энергию я тратил на то, чтобы оживить этот персонаж и оправдать ожидания даже самых проницательных фанатов. Как многие из вас знают, я растворяюсь в своих героях. И забавно вышло, я как раз был на полпути, чтобы забрать дочек из школы, когда мне позвонили и сказали, что я получил роль. И я не приехал в школу, потому что детектив Пикачу не знает, кто эти маленькие девочки. Кто они? Они его дочери. И он просто бросил их. У него нет жены. Нет. Он просто маленький желтый парень. Живет в Райм-Сити, в скромном уголочке. Я полностью погрузился в мир покемонов. Я много читал о нем, существовал на уровне его глаз. Пытался скинуть около 85 килограммов, но тут уже вмешались врачи. Да он даже не поменял голос. Просто оставил как есть. Понимаете, мои дочери могут больше никогда не увидеть своего отца. Но вы можете быть точно уверены, что когда они будут в этом мае смотреть на большой экран, они увидят детектива Пикачу. Мы не идем. Пика-пика. Это всего лишь я.